Итак, ну что ж, арьеру, мои маленькие любители покушать и всего того, что покрыто камнем. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная сборочка Minecraft Stone Block 3. За кадром, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, произошли какие-то колоссальные изменения. Большую часть времени, которую я провел за кадром, я проводил в АФК. И также я оптимизировал некоторые процессы добычи сингулярности. Так, из-за всего того, что происходит на нашей базе, сейчас FPS просел до каких-то немыслимых масштабах. Я вижу какое-то слайд-шоу, и я надеюсь поскорее от этого избавиться, но пока не вижу, как это сделать. Большую часть времени я оптимизировал вот эту часть базы. Здесь у меня хуже всего приседает FPS, а все из-за того, что большое количество частиц, большое количество партикл здесь обитает, и, к сожалению, с этим сделать ничего нельзя. Зато у нас гемы теперь производятся в достаточном объеме, чтобы мы не нуждались в них, и сингулярности производились в нужных нам масштабах. Также я здесь пытался оптимизировать нормальную добычу шариков, ведь с ними у нас есть тоже кое-какие проблемы. И большая часть проблем заключается в нехватке ткани, которая производится теперь благодаря пиролитическим изоляторам. И они вот так вот здесь расположены, у них здесь есть каталист в виде боунмила. Я думаю, если эта скорость будет меня не устраивать, то придется где-то в другом измерении это уже все размещать, а также по-хорошему в другие измерения придется разместить много вещей, но я думаю об этом как-нибудь потом. В любом случае, у нас уже все вместе с вами готово для того, чтобы начинать делать в глобальных масштабах все то, что нам необходимо, а именно бесконечные слитки. Но прежде чем начать делать слитки бесконечности, нужно начать делать инфинити-каталисты. Для них как раз нужны все виды сингулярностей и так по мелочи предметов. Вроде у нас все готово и вроде все у нас есть, и сейчас мы будем это с вами вместе проверять. Вот так вот как-то выглядит весь рецепт для крафта. Останется лишь здесь так по мелочи разместить. Так как большая часть этих предметов у нас есть уже в EMC сети, просто я буду сюда тянуть вот этот вот кабель и при помощи экспортеров сюда запиховывать различного рода предметы. Процесс это будет явно не быстрый, но деваться особо некуда. И вот уже все сингулярности здесь располагаются. Осталось лишь дело за малым расположить весь верхний ряд. Если я ничто нигде не напутал, то вот таким вот образом выглядит весь собранный крафт. Останется взять немножечко моторов, шестереночек и придумать способ, как это все запитать. И всего в итоге двух моторов достаточно, чтобы эта вся структура начала собираться. Очень небыстрый процесс происходит, поэтому давайте немножечко это все ускорим. Ну вот хотя бы до таких масштабов. Думаю, такой вариант меня вполне устраивает. Здравствуй, мой дорогой первый бесконечный каталист. Выполняем ачивочку. Это сюда складываем все. Нам пишут, что мы очень близки, и останется сделать только самый бесконечный слиток. Но с этим уже, возможно, будут какие-то проблемы, ведь для создания этого каталиста требуется большое количество ресурсов, и самая большая проблема у нас сейчас только с шариками, то есть вот с этой сингулярностью. И пока мне нет особого желания на самом деле делать и как-то это попытаться ускорять, но возможно это делать нам придется. А тем временем очень даже эффективно сингулярности копятся, и 10 всего сингулярности нужно на один слиток. Я могу сказать с уверенностью, то, что это буквально эндгейм. Останется просто банально скрафтить слиток бесконечности. Но для этого нужно дождаться, когда же необходимое количество инфинити каталистов сможет здесь произвестись, и когда мы сможем все заполучить. И мне гигантское количество времени просто нужно будет провести за кадром в АФК, и просто ждать, когда все необходимые ресурсы смогут у нас нафармиться. А процесс это будет крайне недолгий, и когда же он сможет завершиться, я, к сожалению, сказать не могу. Мы дождались 10 штучек этих каталистов. Я не думаю, что они у меня так быстро крафтятся, что придется делать автокрафт слиточков. Давайте сейчас попробуем сделать слиток, и в итоге мне оказывается, что 11 каталистов нужно на создание слитка. Ну ладно, еще подождем. И здравствуй, бесконечный слиток. А ачивка какая-нибудь будет? Ну конечно же. Спасибо большое, сборочка. И таким образом мы завершаем целую главу. Нас здесь просят также создать якорь. По-хорошему, в сборочке осталось очень много моментов, которые можно было бы сделать для ее 100% прохождения. Но я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Я не думаю, что есть смысл какой-то в крафте этой суперской брони. По факту, нас от нее отделяет лишь тонна времени, проведенной в АФК формате. Я считаю то, что в любом случае я должен попытаться сделать хотя бы что-нибудь из всего того, что здесь представлено. Например, хотя бы стол трансмутации. В принципе, я его здесь могу сделать, проведя здесь не так много времени. И все для него практически у нас есть, кроме HDPE пластик, который мы с вами сможем сделать не так, чтобы и сложно. Ну а сейчас, с момента этой фразы, я ухожу на достаточно длительное АФК и дожидаюсь, когда же у меня скрафтится необходимое количество этих каталистов. И вот прошло какое-то время. Вся эта система трудилась, работала, существовало, и в итоге я имею вот такое вот количество бесконечных каталистов. Я их, конечно же, забираю, пока я ждал, причем ждал колоссальное количество времени.
выяснились небольшие нюансы. То есть все это работает замечательным образом, и все лишь упирается в одну небольшую деталь в виде вот этого катализа, который создается из воздушных шариков. А тут все упирается вот в эти кампсиды, которые никак, ни в какую не хотят расти и в достаточной мере сюда загружаться. Я даже построил здесь вот такую вот плантацию, и все равно этого мало. Я не знаю, в каких масштабах эти хемсиды должны выращиваться, но тем не менее, пока что загружается, ну, не так сказать, чтобы и много, не так сказать, чтобы и быстро, но ладно. Пусть это существует в таком вот режиме, и будем уже от этого отталкиваться. В любом случае, я со своей стороны пытался делать все, что в моих силах. А также я занимался вот этой вот небольшой автоматизацией ХДПЕ пластика. Это до ужаса простая схема, которую я уже когда-то делал. Здесь лишь нам нужна биомасса, которая поставляется в Reaction Chamber. Благодаря воде и водороду биомасса превращается в субстрат. Субстрат благодаря кислороду и жидкому этилену превращается в HDPE пластик, уже почти практически готовый, который осталось лишь только собрать. А жидкий этилен берется из этой же машины только после переработки обычного этилена. До ужаса простая схема и до ужаса большое приятное количество HDPE пластика, которое здесь собирается. И по сути у меня все готово. Я беру стол трансмутации и мне нужны также еще и кристаллические матриксы. И вот он, крафт во всей красе, 25 слитков бесконечности я сделал. И это при том, что мне не хватило еще остальных ингредиентов. Сейчас нужно доделать. Пока что 34 штучки мне хватит, я еще немножечко каталистов здесь оставлю на будущие крафты. И вот, по сути, готов крафт трансмутационного планшета. Мы его забираем. О, да, ачивка выполняется, супер. По сути, вот это тот же самый стол, который вот здесь вот размещен, только у нас в руках. Я бы не сказал, что в нем какая-то была сильная необходимость, он нам был как-то сильно нужен. Просто вот такая небольшая приятность, что он у нас имеется в наличии. Сейчас я также хочу взять еще немножечко нейтрониума и скрафтить этих слитков по максимуму. Это мне нужно для того, чтобы попробовать сейчас скрафтить всю броню бесконечности. То есть не то, чтобы это сильно как-то нужно было, просто это ингеймерская вещь. Шляпа готова, ботиночки. И да, больше не хватает слитков, серьезно. Тут потихонечку каталисты копятся. То есть, по сути, мне не хватает всего лишь 31 слитка до полного сета брони. Но есть еще кирка, меч, топор. Я не знаю, зачем это все нужно. И может ли это мне пригодиться. Посмотрим на вот этот меч. 12 атаки, 2 скорости атаки. Ну да, классно. Сделать его ради галочки и сказать, что да, я его сделал. Ну не знаю, насколько это сильно необходимо. Я сейчас подожду какое-то время. Конечно, броню бесконечность я доделаю в любом случае. Ну а насчет всего остального и завершения сборочки на 100%, это уже, я думаю, мы с вами будем решать в одностороннем порядке. Вместе с выходом этого видеоролика в сообществе я сделаю пост, где вам будет предложено голосование, стоит ли мне добить эту сборочку до 100% или все же нет. Если же большее количество голосов будет за то, чтобы увидеть мои мучения и все-таки будут за то, чтобы я домучился, убил кучу времени и завершил эту сборочку на 100%, так так тому и быть, и выйдет еще одна серия. И если нет, то возможно мы будем с вами начинать, возможно, новый цикл, возможно, в какой-нибудь новой игрушечке. В таком случае я сейчас опять отправляюсь на дико-гигантскую большую паузу в ожидании окончания докрафта этой бесконечной брони. Ну вот, еще немножечко времени прошло, и того у меня накопилось 51 слиток бесконечности, и они продолжают копиться. Броню бесконечности таким образом я делаю. И последнюю часть из сета, штаны бесконечности, тоже я забираю себе. Ну, по сути, все. И это вся броня бесконечности, которая должна делать меня в теории богом, но каким-то божеством я себя не ощущаю. Поэтому, пожалуй, буду пользоваться тем, чем пользовался до этого, ну и, пожалуй, и штанами. Ну а ботиночки отложу в долгий ящик за ненадобностью. И на таком прекрасном моменте я думаю, что я полностью прошел эту сборочку. Здесь остались, если так посмотреть, все квесты душниловские. Особенно квест касательный того, что нужно проехать через все измерения. Квест, из-за которого я должен целый лазерный бур сделать, который бы нам давал Эзер газ. Ну и прочее, прочее, прочее. Думаю, нет вообще никакого смысла добивать все эти ачивки на 100%. Это, по сути, ни к чему такому путному не приведет. Всего, чего мы могли бы достигнуть в этой сборочке, было достигнуто. И я считаю, что нужно к чему-то стремиться новому. Ну, на самом деле, все решаете вы. Не забывайте переходить в сообщество и голосовать. Нужно ли добивать эту сборочку на 100% или же все-таки нет? Как ни странно, все три сборочки Стоунблока мне безумно понравились. На этот счет этой сборочки не могу сказать абсолютно ничего плохого. Мне она безумно понравилась.
и стала, наверное, одной из самых моих любимых сборок. Здесь, на мой взгляд, все до безумия сбалансировано. Есть, конечно, некоторые проблемы с оптимизацией процесса, но я думаю, это уже претензии к самому Майнкрафту с его исходным кодом, который не позволяет эти огрехи реализовать на 100%. Очень мне хотелось бы это говорить, но, пожалуй, это настоящий финал этой сборочки. И если это так, то нам предстоит прохождение новые сборочки. У меня есть парочка сборочек на примете, но все-таки хотелось бы, чтобы именно вы, мои зрители, выбирали, какая именно сборочка будет следующей. Вы меня безумно поддерживали на протяжении всего выхода сезона, подсказывали и рассказывали, что нужно делать. К сожалению, из-за того, что ролики выходят наперед, не всеми комментариями мне удавалось воспользоваться, но мне хотелось бы в любом случае выразить глубочайшую благодарность всем и каждому, кто хоть как-то принимал участие в создании этого сезона. Еще раз со своей стороны напомню, чтобы вы переходили в сообщество и голосовали за следующую сборочку продолжения сезона и стоит ли добивать эту сборочку на 100%. В таком случае, пожалуй, пока что на этом все. Всем спасибо, что были со мной, всем спасибо, что смотрели, всем удачи, всем пока. Пока-пока.